Что шары выкатил? Плевать. Стоит у тебя. Не плевать. Вот в чем. Я знаю, как спасти Лютика, но сперва надо найти Дуду. Сначала скажи, что ты придумал. Наш Доплер воплотится в Менге и отдаст приказ перевести Лютика в Оксенфурт. Тогда у нас появится шанс его отбить. Гениально! Но как ты собираешься искать Дуду? Ты с ним дружила. Знаешь, где он может скрываться? Доплеры скрываются не где-то, а в виде кого-то. Обычно, когда у него были трудности, он пропадал, а на следующий день появлялся в другом обличии. Но в тот раз он не вернулся. Ты давно знаешь Дуду? Это странно прозвучит, но я не уверен. Похоже, он крутился вокруг меня долгое время, под разными обличиями. Пытался привлечь мое внимание. Не удивлен? Спасибо. Я ничего не понимала до тех пор, пока он не решил поставить на карту все и не прикинулся Лютиком. А как ты поняла, что это не Лютик? Дуду не умеет петь? Нет, он просто не говорил все время о себе. Нужно как-то убедить Дуду выйти из укрытия. Может, удастся оставить для него весточку у друзей или у людей, которым он доверяет? Сомневаюсь, что Дуду дружил с кем-то, кроме Лютика и труппы Ирен Ренар. Он целыми днями торчал на сцене или в зрительном зале. То есть он любит бывать в театре? Да. Собственно, я удивлена, что он не пришел к нам. Он вполне мог рассчитывать на помощь Лис. Если актеры готовы помочь? Конечно. Достаточно упомянуть Дуду. Ирена и ее труппа очень ему обязаны. Как Дуду сдружился с актерами? Это я их познакомила. У нас была премьера, а Максим лежал в гардеробе пьяный, как пингвин. Так что я сразу подумала о Дуду. Трудно представить себе лучшего дублера, чем Доплер. И Дуду так просто признался, кто он? Сначала я не хотела никому говорить. Но Дуду и Ирен сразу пришлись друг другу по душе, и ему так понравилось в театре, что он начал с вами выступать. Да. А теперь Ирен мучает совесть, что мы позволили ему рисковать. Можно попробовать воспользоваться представлением. Если вплести в сюжет пьесы сообщение для Дуду, возможно, мы выманим его из укрытия. Замысел неплох. Только парой строф тут не обойдешься. Кроме того, ты и правда думаешь, что Дуду сейчас убивает время, посещая представление, которое знает наизусть? Так что ты предлагаешь? Мы должны написать целую пьесу. Что-то новое, громкое. То, что сразу привлечет внимание Дуду. Важнее всего – хорошее название. Об этом должен весь город говорить. Если хочешь, можем приняться за работу прямо сейчас. Не знаю, гожусь ли я в драматургии. Может, займешься этим сама? Будет быстрее, если ты мне поможешь. Вот увидишь, это очень забавно. Можно приступать к пьесе. Есть мысли насчет сюжета? Ну, собственно... Самое важное – передать Дуду, что ты защитишь его от ублюдка. И что мы хотим спасти Лютика. Послание должно быть ясным, но его надо вплести в повествование. А значит, нам понадобится соответствующая сценическая структура. Понимаешь? Да, все ясно. Теперь найдем соответствующую форму выражения. Нужна современная увлекательная история. Может, о повестских кондотьерах? О, знаю. Лоренцо Молла. Прекрасный, но безжалостный разбойник. И Доплер, который обвел его вокруг пальца. Теперь Доплер должен скрываться и может рассчитывать только на помощь друга, ведьмака, который, в свою очередь, готов на все, чтобы спасти свою дочь. Нет, возлюбленную. Как тебе?
Хороший замысел. Ты думаешь? Лоренцо Молла, да. Хотя нет. Подожди. Есть! Мы поставим историю о еже из Эренвальда. Тайное венчание, проклятие, жестокая королева, часы бьют полночь. Но... И все видят его лицо. Чудовище хочет похитить княжну Паветту. Его велят казнить, но тут появляется ведьмак. И все кончается хорошо. Так, решено, да? Ты хотел что-то сказать? Ты мне дашь вставить слово? Или ты сама уже все решила? О чем ты? В этом и заключается творческая работа. Мы обмениваемся мнениями, из которых потом выбираем лучшее. То есть твое? Ну, в конце концов, я лучше разбираюсь в театре. Ну, ты, конечно, тоже принимаешь участие в творческом процессе. Лютик тебе потом объяснит. Мы должны придумать хорошее название. Это даже важнее, чем сама история. У меня уже есть несколько мыслей. Может, ты выберешь что-нибудь? И ты правда учтешь мое мнение? Конечно. Мы же соавторы. Я просто руковожу. Пока у меня две мысли. Избавление Доплера и заменник спасенный или триумф ведьмака. Что тебе больше нравится? Пусть будет избавление Доплера. Так короче, а значит проще запомнить. Есть только одна проблема. В истории о Паветте и заколдованном еже нет Доплеров. Не страшно. Заменим ежа на Доплера и все получится. Главное передать мысль. Ведьмак приезжает и спасает Доплера, ясно? Хорошо. Это будет комедия? Я, собственно, думала о драме. Но если ты хочешь что-нибудь полегче, решай, я начну писать. Пусть будет комедия. Хорошо, в таком случае я берусь за работу. А ты сядь где-нибудь в углу, почитай или там подумай, ладно? Хорошо. Эй, Геральт, какая рифма к слову «ведьмака»? А «карака»? Молчи дальше. Все, будь у нас больше времени, я бы сделала из этого маленький шедевр. Но... Но времени у нас нет. Главное передать сообщение для Дуду. Сообщение? Я думал, ты вставишь в текст что-нибудь вроде «Приходи в зимородок» или... Но это совершенно не подходит к характеру моей пьесы. Ты же написала ее специально для того, чтобы выйти на связь с Дуду. Ну хорошо, вот как ты себе это представляешь? Понятия не имею. Мы узнаем его по шраму. Или будем импровизировать. Сперва отнеси текст мадам Ирен. Знаешь, где ее искать? Ее труппа выступает в переулке Мясников. Потом присоединяйся к нам. Бывай. Что делаешь? Уже у меня увезти захотел. Что, Андрей? Ай, чем больше ты не поить не хочешь? Не тем больше. Если бы я хотел тебя. А вы уверены? Вы бы не пили. Ау! Слышали? Опять я потерялся. А барахла прилично накопилось. Так, доспех я находил, по-моему. Но осталось только два меча найти. Как раз 29 уровень. Мастер.
Покажи. Будь здоров. Вот собака. А когда ты пошли? Латва, не так быстро. Надо было нам его в земле похоронить, как дедушку. Ты знаешь, что говорит церковь. Умерших надо сжигать, а могилы — пережиток язычества. Может и так. Но где я теперь цветы положу? Где вина налью сыночку? Говорили на проповедь. Вместо того, чтобы покупать дары умершим, золото надо принести в жертву вечному огню. Ah!
Кто-то наложил иллюзию. Thank you.
Сколько мне еще ждать?
Мечи вышись. Покажи. Будь здоров. Тебе здесь нравится? Подозрительно ты выглядишь на завтра. Купи сегодня. А в морду не хочешь? Богохульники, кобальды. Фу. Здравствуй. Здравствуй, Герр. Сделай... Чего-то барахла много, но в принципе сейчас все равно доспехи крафтить. Будь здоров. Спасите! Если нам стрелять сейчас за девками по улицам следить, чтобы какой-то там... Но! Сукин сын! По зенкам его, сукина сына! Иди, иди сюда. Нехорошо. Look.
быстрее. Держись от меня подальше. Но! Падлы у тебя как творог белый. Геральт! Мне нужен ведьмачий доспех.
Бывай. Выродок, твое место в подземелье. Кажется, дождь собирается. Здравствуй. Здравствуй, Гер. Сдел. Будь здоров. Вот это, кстати, классная тема. Лошади никогда не паникуют. Надо попробовать будет. Счастье настанет.
дружба не дружба. Ох, что ж твои. Это ж ясно, как вечный огонь. А? Костлявая, за мной пришла. Самый знаменитый бордель в Ленинграде. Здравствуй, Эйва. Здравствуй, Ге. Покажи мне. Будь здоров. Милый, а що у тебя такие седые волосы?